Это же Google Tesla Apple VR-зин. Не втерпешь. О, да-да. Добро пожаловать в Google Tesla Apple VR. Чё за нахуй? Квадрях! О, господи. О, не-не, не совсем. Иди сюда, пупсик. Так, а ты не говорила, что к нам мексиканец заявится, а? Нихуя же не сложно запомнить это имя. Ща я вбнем с тобой обучение, пупсик. У тебя охуенные проблемы с буквой Д, не так ли, дружок? Ты нихуя к этому не готов. У меня стояк и ебнуться. Я готов, ебашек. А ты готов, ебашек? Не-не-не. Ты пи***ц как ошибаешься, пошли бы. Нихера себе, как круто, а? И лучше тебе быть тебе готовым, потому что игра в разгаре и самое время для обучения. Так, начнем сначала, а? Пошли, найдем машину, а? Чёрт побери! Заебись! Теперь это моя тачка. Садись в машину. А, как-то все слишком быстро. Я даже не будет знаю. Будет весело, амиго. Мы только кончик засунули, а надо по самые яйца, Санчо. Я не мексиканец. Живо, пи***й в тачку. Блин. Теперь, когда мы официально вляпались в дерьмо, тебе надо кое-что знать. Я здесь, чтобы научить тебя не быть бездарным у**ком, когда ты припрёшься в настоящий мир. Так, держи руль. Остановите машину. Хера себе! Прямо на обочину. Я умру. Это же я все делаю. Боже, до чего реалистично. Все, охуенно реалистично. Завали, ебаник, пока я тебя обучаю, а? На чем я там остановился? Ты учил меня. Точно. Так, первое и самое важное правило. Все, что ты видишь, не настоящее. Это компьютерное наебалово, которое сварганили какие-то низкооплачиваемые и перерабатывающие отбросы социума, которые одиноко сидели и пырили в свои экраны монитора. Каждый коп, которого ты потенциально можешь грохнуть. Тут нельзя парковаться, пидор. Пшел на! Лишь очередная возможность, данная тебе этими засранцами. О, боже. Эй! Его мозг! На меня смотри. А, у тебя что-то на уме? Ладно. Ты этого хочешь? Обучение закончено, я все усвоил. Большое спасибо. Так быстро сливаешься? Выйти из программы. Черт побери, как отсюда съебаться? Господи Иисусе, что это было за хуйня? Все это наебалово. Машина, люди, черт, да даже я. Охеренно убедительная, но наебалово. Как ни крути. Че за но? Хуй мододелы! Здесь происходит все, чего нет в твоей жалкой, сраной жизни. В
смысле, ты можешь шляться тут целый день и делать совершенно любые вещи. Заработать миллион долларов, выебать сколько угодно пылких стриптизерш. Короче, это лишённое последствий и полная всякой херни страна чудес, которая ждет, прям-таки жаждет увидеть твою следующую идею. И в по-своему ебанутом смысле, она идеальна. Красиво даже. Конечно, через несколько недель тебе наверняка станет скучно, понимаешь, да? Ты захочешь заняться чем-то другим, перейти к чему-то следующему. Скорее всего, к зомби. Всем охуеть, как нравится добротный зомба. Ладно, послушай, спасибо за это замечательное обучение, и оно действительно замечательное. Но как отсюда выйти? Ну знаешь, если мне все-таки наскучит, или типа того... Мне и самому интересно узнать. Сзади. Что? Оставим латиноамериканца, мексиканец он или нет, запертым внутри собственного цикла существования. Сходит ли он с ума, или же это ум теряет его? Правда скрывается лишь в полуночной зоне. Меня зовут Морган Фейтман. Спокойной ночи. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Максим Солодилов, Глеб Мещеряков, Александра Кост. Специально для Stop Game.ru.